пациентка была доставлена по линии санитарной авиации в первую городскую клиническую больницу, центр политравмы, восстановительной ортохирургии. Состояние пациентки при поступлении стабильное, тяжелое. В данный момент пациентку оперируют, производят вторичную хирургическую обработку ран по поводу открытых переломов нижних конечностей. После стабилизации состояния пациентке будет проводиться окончательный малоинвазивный остеосинтез переломов костей нижних конечностей. До транспортировки было произведено наложение аппарата внешней фиксации на левое бедро и обе голени. Сегодня была проведена операция вторичная хирургическая обработка ран левого бедра и правой голени. Мне до этого она говорила, что сохранить обе ноги. Ну, жалуются. Вроде было такие были что-то. Ну, жалуются на поврежденные сегменты. Угу. После травмы состояние еще остается тяжелым, поэтому жалобы пациентка предъявляет в пространстве, во времени ориентированно, контактно. После стабилизации общего состояния проведем окончательный малоинвазивный остеосинтез с блокирующими стержнями и винтами, и потом в дальнейшем пациентку будем активизировать. Но все сейчас зависит от общего состояния. Uh-huh. А в целом сколько времени уйдет на ее выздоровление, как вы считаете? В среднем около, я не могу сказать, в среднем где-то около 3 недель.